Сотрудники управления МВД России по Пензенской области проверили предприятия по выявлению нарушений в сфере трудового законодательства. Во время очередного рейда представители закона посетили 12 организаций, работающих в сферах деревообработки и строительства. По итогам проверки выявлены многочисленные нарушения. На большинстве частных предприятий у рабочих официально не оформлены трудовые договоры. Кроме того, при проверке одного из строительных объектов было установлено, что субподрядная организация не зарегистрирована в качестве субъекта предпринимательства. По фактам выявленных правонарушений проводится проверка.